Проект Party Vision представляет. Я расту со спортом. 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 Дорогие ребята, я, конечно же, в первую очередь хочу вас поздравить, что сегодня вот в вашем зале, вот в этих вот стенах открывается клуб «Сан». Я буду чемпионом. Я стану знаменитым. И даже сам Сталлоне меня не победит. Будут драться на экране и, конечно, побеждать. А девчонки на диване будут слезы проливать. Я поздравляю вас с тем, что вы вливаетесь в нашу большую семью самбо. Я очень довольна и рада, что открыли самбо. Сегодня это 18-й зал. Большая цель у нас – оборудовать несколько сотен таких залов. Делаем это в детских домах и школах-интернат по всей нашей стране. Приобщаем детей-сирот и детей, которые остались без пообщения родителей к спорту. И спорт – это одна из самых лучших мотиваций двигаться вперед. Я вот желаю детям, чтобы у них всегда была эта мотивация, чтобы они стремились к победам, ставили себе новые цели, достигали их и становились лучше. Дети, которые, соответственно, в детдоме живут, растут с молодости, у них не такая простая жизнь, как у многих других. Им нужно больше воли, больше духа, больше силы преодолевания именно внутреннего самого себя. И вот как раз спорт, активный спорт, серьезный спорт, он очень помогает это делать. И мы даем этот спорт детям в виде нашей национальной борьбы. Ведь вся жизнь – это борьба, особенно вот у этих детей, которые лишены родительской заботы, внимания и поддержки. Ребятам, которые здесь сегодня собрались, особенно тем, кто здесь учится, я, конечно, желаю светлого, доброго пути по жизни. И учитесь, но не забывайте про спорт. Это вас приведет к хорошему, к светлому будущему. Побольше здоровья, заниматься собой, не обращать на других внимания и не ждать сегодня, что к вам придет какой-то тренер, покажет суперприем, вы всех начнете там побеждать. В любом случае, там мышцы растут очень медленно, потихонечку, там месяц за месяцем. Знания растут в голове тоже медленно, они накапливаются. Вообще, прежде всего, им желаю внутренних побед. Побед по отношению к самому себе. Я считаю, что это самые главные победы в жизни человека. Когда он завтра гораздо лучше, чем вчера. При вашем огромном старании ничего невозможного не бывает. Все будет зависеть только от вас, от дружбы, от взаимопомощи. Боритесь с собой, со своими слабостями и со своей верой. И тогда вы будете настоящим чемпионом. Я вам желаю света, мира и добра. Спасибо большое. Я считаю, что только благодаря тренеру мы можем создать у этих детей дисциплину и порядок. Только тренер может дать правильные ориентиры и ценности в этой жизни. Только тренер может заменить во многих случаях любящего отца. Научит общаться с внешним миром, научит постоять за себя
То есть самое главное – позволить ребятам поверить в себя. По опыту можно сказать, что дети из детских домов и интернатов чаще всего оказываются социально обделенными при выпуске из данных учреждений. Однако, если они имеют какие-то спортивные звания, хотя бы, например, КМС по самбо, либо там по боевому самбо и так далее, в чем у них сейчас будет открыта возможность для тренировок. Если они имеют уже такой статус, им намного проще поступать уже в университет. Проект напрямую может влиять не только на развитие ребенка в таких сложных социальных условиях, а непосредственно на его судьбу. Я за любой спорт. Пусть это теннис будет, плавание, футбол, что угодно. Пусть открываются новые залы, площадки, турники. Ребятам просто показывается хороший пример. Это становится, как говорится, трендом, модным. Наш проект «Я расту со спортом» – это федеральный общественный проект. Каждый человек может стать его частью. Абсолютно каждый может сделать что-то значимое для своего города. Оставить след после себя в виде бесплатного спортивного зала вот для таких вот ребят, которые нуждаются в нашей с вами поддержке. Я призываю к этому всех людей. Давайте это сделаем вместе в масштабе всей нашей страны.